Повышение ставок за пользование федеральными дорогами вызвало волну протеста по всей России, в том числе и в городах Сибири. Так, в Новосибирске дальнобойщики вышли на площадь Ленина. Система «Платон» должна помочь собрать средства на ремонт федеральных трасс и строительство крупных объектов дорожной инфраструктуры. С 15 апреля владельцы тяжелых грузовиков должны платить за каждый километр пути 1 рубль 91 копейку. Ставка выросла на четверть, хотя изначально планировалось, что ее увеличат сразу вдвое. Тем не менее, водители считают саму систему сбора несправедливой.